18 июля, на улице плюс 26, вечер, закат. Вот. Сегодня, какую вам информацию дать? Обожрались арбузов. Кстати, мы брали разный турецкий арбуз, Казахстан, потом иранский арбуз. И вот вчера взяли дагестанский арбуз. Офигеть, какой сладкий дагестанский арбуз, оказывается. Просто как будто туда сахар наложили прям. Очень-очень вкусный. В общем, самый сладкий из арбузов — это дагестанские. Они уже появились у нас в Башкирии. И они такие большие и удлиненные, как торпеда. Как мяч регби. Вот. А Казахстана арбузы более такие круглые, тоже очень вкусные. Вот. Ну, тут даже, знаете, сравнивать, наверное, сильно и не надо их, потому что вот дагестанский я сейчас поел, и он настолько сладкий, что пипец даже приторный, и я вот даже воды налил, потому что мне перебор сахара получился какой-то. Вообще, не знаю, ни разу в жизни такого сладкого арбуза не ел. И при этом он плотный такой, минимум косточек, вообще просто самый арбузный из арбузов, вот, который я ел в жизни. Столько в Армении жил, не помню такого. Вот, а Казахстан, вот арбуз хорош тем, что он менее такой приторный, легкий, и его можно кушать много. Я вообще один раз вот так вот сел и как-то пол арбуза навернул. Кофе выпил, и потом арбуз. И от него нету вот этого чувства, как будто ты, я не знаю, сладких палочек вот этих сладких переел, как будто, или там шоколада переел, и уже поташнивает. Вот. С Казахстана этот арбуз можно кушать сколько влезет. А вот дагестанские, вот я бы сейчас еще хотел арбузы поесть, но настолько приторные. Вот, короче, я жалуюсь на сладость. Нет, но ну, я не хочу. Да. Ну надо. Да. Теплое? Угу. Поэтому я взял водички, чтобы перебить эту сладость. Офигеть. Очень сладкий, да? Ты пробовала? Ну, ты ждала меня. А, дагестанский, который. Вот этот последний. Ты мне вот так отрезал, мне угу. Ждал. Сладкий же, да? Очень. У меня до сих пор вкус во рту. Да. Даже как будто туда сахар я добавили. Я полчаса назад его покушала, один кусочек съела, у меня до сих пор вкус приторный. Да, я тоже вот хожу, даже водой запиваю, а у меня внутри ощущение, да. Что я как будто объелся что-то сладкого. На языке этот, в горле, на языке сладость это, да? Странная какая-то сладость. Она еще не то, что сладкая, она какая-то странная. Странно сладкая. Непонятно сладко. Она еще соленая какая-то. Да, даже подозрительно как-то да. Сладко. Как будто что-то добавили. Как будто что-то тут не так, реально. Что-то тут не так. Да, вечером, кстати, мне папа разрешил бутербродку первый раз. Да. Первый. Вот кто из Дагестана, напишите, пожалуйста. Вот мне просто очень интересно. Я не могу, конечно, сказать, что этот подстава арбуз. Больше мне кажется, что он прям сам по себе такой сладкий. Потому что, когда такие арбузы попадаются, когда... Ну, он такой, как будто накачанный чем-то, фиг знает. Он такой более тухлообразный, что ли, бывает. А этот прям такой бодрый арбуз, четкий, да, Милан? Да. Без единой погрешности. Сочный, ровный, мощный, красный, прям нереально красный, офигеть, сейчас зайдем, покажу даже. И мало косточек. И да, и с одной стороны, как бы подстав нет вроде, слишком идеальный, но очень идеальный. Подозрительно сладкий и вкусный вообще просто. Или мы арбузов не видели, наверное. Да, слишком идеально. Вот Милана говорит, слишком идеально, чтобы быть нормальным. Этот арбуз слишком хорош для Башкирии. Вот так. А, я что хотел сказать-то? Вот кто из Дагестана?
напишите, пожалуйста, вот у вас реально такие вкусные арбузы, вот? Или вы что-то, может, знаете, может, какая-то... Добавляете специи. Специи в арбуз добавляете, я не знаю. Как-то сладость есть, фишка с добавкой, фиг знает. Вообще такое есть, нету. Разрезают арбуз, добавляют в него специи и красят красным. И обратно слепляют. Да. Растают. Ну, есть миф такой, типа там делают уколы, арбуз как-то типа зреет быстрее и сладше, фиг знает. Я не видел, конечно, ни разу. Пап, как этот арбуз? Как это вообще, кто-нибудь вообще делает такое или нет? Откуда арбуз? Дагестан. А он прям из Дагестана или... Нет, его именно... вырастили, сорт такой? Нет, это не сорт, это именно из Дагестана. Да, прям привезли оттуда. Да, привезли из Дагестана. Только вот приехал первый раз. Вот а это далеко? Это Россия. Нет, что-то там около 2000 километров. Сколько? 2000. Ну, в принципе, недалеко на машине. Как-нибудь ездим. 200 тысяч? 2000, Милана. А, мне 200 послушалось. Вот, так что... Хватит снимать. Я до сих пор вот пью еще воду, мне хочется забить, потому что слишком пипец сладко, да? У тебя до сих пор сладость? Офигеть. Мы в магазин ездили. Мы потом смотрели, что за парк там. Да, мы арбуз съели, поехали в магазин по делам, приехали, воды попил. Пап, бутылку целую. Завтра едем смотреть все парки Уфы. Угу. Потому что завтра 19-е уже. Вот а мы так. Видео снимать будем? Да? Да. У меня даже губы слипаются, прикинь, от сладости. Вот на губах прям вот эта сладость. Угу. Она ну, такая заэтовалась, но ну, высохла. У меня уже не такие сладкие, потому что у меня уже соль. Да? Море соленое тут. Офигеть. Ладно, здесь просто хлор. Вот так вот бывают арбузы какие. И такого арбуза много, кстати, не нужно есть, там чуть-чуть съел. А то я сейчас по привычке сел и как навернул. Ем, ем и понимаю, что сейчас плохо станет. Уже подташнивать начинает. Я не очень люблю всякие шоколады, конфеты, вот эту всю фигню. Конечно. Да. Сам конфет вся купил и с этим кокосом и угнетается. Ага, когда? 5 штучек. Один раз в жизни, Милана. Каждый чай 5 штучек. Угу. Точно не любишь? Короче, я сладость не очень. Угу. Такое это. Верьте, верьте. Вот такие вот делища. И мы там добавляем вон горячую воду из крана. Ну, если честно говорить, то папа любит конфеты более с всяким там кокосом, а вот чисто шоколад не любит. С кокосом, да. С кокосом. Кокосом. 228. Кокосом. Вот такой шоколад нормальный. Знаете, почему я так радуюсь, то, что завтра мы едем во все парки? Потому что папу говорит, так поехать надо недели-две уговаривать. Ну? Потому что папе, ну давай не сегодня, мне лень, мне работа, мне скучно. Ой, я устала, ну зачем вот куда-то сейчас ехать? Ну вот тебе что, если не нравится, смотри, бассейн. Да, да что тебе не нравится все время? Бассейн, да. Зачем нам куда-то тащиться? Погулять. Да, да, в ламы, короче, а куда-то ехать. Ты не понимаешь. Ну да. Я вообще хочу. Тебе нужно веселуха. Пап, мы в Диснейленде были на Турции или в Дубае? В Дубаях. Я хочу в Дубае, потому что в Дубае очень классно. Да? Он был... Он больше, чем Булгакова. Раз в 7. Так вот в Москве такой парк же, говоришь, есть. Меньше намного. Ну, достаточно. В Москве как парк называется? У Миланы подружка с родителями поехали в Москве. Какой-то парк. На сегодня в него поедешь.
Да, открылся ли он? Был открыт? Открыл. Огромный закрытый парк. Парк. Блин, какой-то там мир. Остров мечты. Остров мечты есть. В Москве такой парк есть. Не парк, а... Ну, парк развлечений, парк, да. Закрытый, там, открытый. Всякие аттракционы, веселье, всякие там тематические зоны. Да. Не, ну конечно, если просто поселиться можно. Они из Уфы полетели на 3 дня, да? На 4-3, да. В общем, на несколько дней она там, Миланина подружка с родителями полетели в Москву из Уфы. Там еще эта лодка есть, а они на ней по воде. Да? Большая такая. Потом посмотрим, может, тоже сгоняем. Подружка расскажет тебе, что там, прикольно, не прикольно, что почем. Она мне уже скинула 1500 фоток. Оттуда вот? Да. Так покажи. Нет, аттракционов она пока что не скинула аттракционов. Пусть расскажет, что да как там, интересно, неинтересно. Ну, ей интересно, она тебе пишет? Да. А самое... Интересно, то, что я тоже частичкой побываю в Москве. Да. Там сам я жалейку привезла.